Владельца судна «Нептун» оштрафуют за причиненный ущерб акватории Черного моря. Такое решение принял Ленинский районный суд. Иск межрайонной охранной прокуратуры к Всероссийскому обществу спасения на водах удовлетворен. Напомним, 17 октября прошлого года в акватории Камышовой бухты начало тонуть ошвартованное судно «Нептун». Оно находилось в безвозмездном пользовании общественников. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, нанесен ущерб акватории Черного моря. Решением Ленинского районного суда города Севастополя 9 февраля 2018 года требования прокуратуры удовлетворены. С общественной организацией взыскан причиненный ущерб в размере 289 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.